А шкафчик не закрыл, Гриша? Шкафчик-то закрой. Теперь ты сделал, насколько... Закрой давай. А сам висел? А что ж ты летом не висел? И там висел вроде, не знаю. Да вон как, Михель, показывает, какой шурупик-то. Закрой шкафчик-то, малыш. Стукнется кто-нибудь, будет больно. Ай, болит, ай, болит. Молодец. Умничка. Ну, иди себе сюда. На ручку, наверное, не открутить будет там. Еще как взять, упал, Аленка, открыл. Он по стене съехал так ей. А если бы на нее, бы сверху стекло еще. Иди. Малыш. Зачем вынимаешь-то, а? Гриша, зачем вынимаешь-то? Складывай давай обратно, дедушка потеряет потом эти вещи, ему надо. Клади в шкафчик обратно. Где шкафчик-то? Да, в этот шкафчик. Вот так, молодец, молодец. И пакетик тоже. Пакетик-то внизу на полу еще лежит. Умничка, умничка, закрывай теперь. Пойдем книжку читать? Пойдем? Кто там спрятался? Мягко там, да? Сиденье мягкое. Ай, какой шкафчик у дедушки интересный. Ой, какой интересный шкафчик. Теперь надо этими регулировать. Мне так висеть. Ай, сколько всего интересного-то. Клади пакетик-то обратно, а то дедушка потеряет потом пакетик. Давай, открывай шкаф. Открывай. 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 Видишь. Вот осторожней головой. -то. Тоже будет записано. Вот, открываем. Лишь вот сюда. Давай поставим. Давай. Вот. Чемодан-то убираю в ящик. Вот. А это сюда. Трюмс. Все. Алис. Молодец.